Это была программа «Юмор». Может быть, не все программы получились такими смешными, но здесь, я думаю, было точно попадание в десятку. Итак, встречайте. Екатерина Гусева. Она же Татьяна Ларина и Евгений Онегин. ועכשיו מופע קומי ממשתתפי תוכנית כוכבים על הקרח, יקטרינה גוסבה, כוכבת קולנוע רוסי, ורומן קוסטוברוף, אלוף האולימפי, אלוף העולם ואירופה. בבקשה. Чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион и его жалкий жребий. Артистка театра и кино Екатерина Гусева, Роман Костомаров. Как будто снова девочкой она стала. Екатерина Гусева, Роман Костомаров. Спасибо, Катя. Спасибо, Рома. Спасибо, Тель-Авив.